Ну вот мы и выдвинулись в Крым. Собрали гору вещей. Вот что-то типа вот такой вот горы. У нас сверху есть багажник, он завален. Вот, теперь мы, в общем-то, едем. Погода у нас, как ни странно, вдруг стала хорошая, но впереди все равно тучи, потому мы понимаем, что лета у нас не было, не будет. И мы едем в лето, в теплый климат, чтобы немножко все-таки отдохнуть из этого мерзкого промозглого Питера и лета, которое отсутствовало. Ну вот мы и приехали. Нарулили 1150 километров где-то за вчера. В Москве простояли в больших пробках под Москвой. И сейчас находимся в Задонье. Это недалеко от Воронежа. То есть тут, наверное, километров 50-60 до Воронежа. Уже поставили палатку ночью. Ну и вот, собственно, поспали ночь. Вот где-то там находится Дон, но его не видно. Вот Соня. Что одна, что второй. Будю их будю, они не будутся. Наступила в очередной раз ночь. Мы подъезжаем на паром. Нам выдали билетики на регистрации по электронному билету, который мы заказали, так сказать, через интернет. И вот мы приехали. Что приехали, непонятно. Что будем делать, тоже непонятно. В общем, смотрим. Ну, вот тут всех загоняют змейками, но что самое удивительное, первая поехала змейка уже. Следующая будет вторая, это мы. Ну, я думаю, что мы тоже поместимся и поедем. Ну, в общем, вот так. Странно. Мне кажется, мы едем прямо на первом пароме. Вообще без какого-либо ожидания, я бы сказал, практически. Ну, паром они точно угнали из Норвегии. Круто. Опять народ не поднять. Почему? Тебя не поднять? А вас почему не поднять, молодой человек? Вот, мы заночевали прямо в Керчи. Такой вот у нас крючек. Простенько, но весьма неплохо. Мне понравилось. Да, мне тоже. Здесь 106. Угу, это точно. Вот он, Керченский мост, будущий строится. А вот это он. Вот это его строительство. Вот та сторона. На той стороне у нас, видно, находится Россия. Краса какая. Вот этот пролив мы вчера пересекли. А сейчас мы будем купаться в проливе между Крымом и Россией. Вот. Там вот родничок мы набрали водички. И, в общем, сейчас выдвигаемся в путь на Розовое озеро. Так называемое. Вот. Какая-то непонятная птица, большая и здоровая. Бакландрия. Да. А мы идем плавать. Ну вот мы выехали в сторону называемого Розового озера. Вот. Розовым его делает вода. Необычайный цвет этой самой воды. Делает его рачок Артемия немножко розовым. И главное, его делает зеленая водоросль. Зеленая водоросль превращает воду в розовый цвет. Вот такая вот интересная ситуация. Говорят, что все-таки можно туда подъехать прямо на джип, прямо до самого водоема. Они идти ножками, как писали в интернете, не знаю, увидим. Озеро Хайдячинское.
асфальтовых дорог, да, от начала где-то 30 километров. Вот дальше будет, соответственно, грейдер, по которому мы 15-20 километров поедем в сторону Каячинского озера. Тут у нас соленая суша. Вот у нас сначала ил, а дальше у нас начинается соль. Вот такая трава тут у нас везде. В общем, весьма интересный такой вид. Отвратительное, но на паркетнике прекрасно. Мы себя ощущаем. Вот. С другой стороны. Да, вот, кстати, птиц в немереном количестве. Вот они, птицы. Много их. Ну, почти фламинго, елки-моталки. Вот такие дороги, уходящие прям-таки в степь. Никуда. В общем, тут будет славно покататься. Тут настолько все пересохло, что кругом кружат одни вороны черные. Вон сколько их. Тут все помирают. А это соленое озеро. Наверное, нельзя пить. А вороны караулят свою добычу. В общем, местная птица весьма забавная. Длинноногое чудо. Странное. Блик, не блик. Никогда таких не видел. У них длинные ноги для блуждания по таким мелким озерам как раз таки. Красота. Какая. Животинка. Впечатляют птицы на соленых озерах. Дороги, конечно, офигенно размоченный хлам просто. Ну, в общем, не страшно. Вот там вот в самом дали мы видим соленое озеро. Я подозреваю, что, может быть, это уже наше очередное соленое озеро. Насколько я вижу, оно уже такое имеет легкий красноватый оттенок. Вот мы идем по отличной проселочной дороге. Вот еще одно красное озеро. Вот. Проселочная дорога, блин, да просто скоростная магистраль. Мы едем местами 60 км в час. Так что радует. И есть надежда, что мы действительно подъедем до самого озера. Вот оно, наше озеро. Насколько я понимаю. Здравствуйте. Вы только с Питера, да? Да. Да, я думаю, за этим мы приехали, да? Я уже почти разочаровался, когда две лужи там. Ага, я понял. Нет, ну вот оно вроде как. Вот, я надеюсь, что будет подъезд к морю. Вы не знаете, есть, нет? Море? Да, море черное. Там черное море через перешеек. Можно на перешеек вроде дорога есть. Сейчас не знаю. Вот. Будет с одной стороны черное море, а с другой стороны это. Вот, я думаю, там постоять. О, какая красота. Вот оно, красноватое озеро, то же самое. Здесь красиво. А проезд-то есть. Он даже открыт нами. Особо охраняемая природная территория. Вот он. Вот наш подставший товарищ. А Миш, он не поэтому разворачивается? Да, он перепугался. Какие-то камни торчат из воды, да? Интересные. Вот это Черное море. А вот это соленое озеро, то самое. И вот через него маленький тоненький перешеек идет. Вот есть надежда, что получится встать прямо на этом перешейке. Сейчас мы соединимся с двумя дорогами, и будет дорога на косу. Главное, чтобы она была открыта. Потому что тогда мои планы сбудутся. И поплавать вдоволь, и пожрать, и на соленое озеро порыбоваться. Просто поставить лагерь. А если будет жарко, спасаться в машине с кондиционером. Ну вот давайте попробуем подойти здесь к водичке, потому что здесь близко, да? Вот. Полюбоваться местами. Это грязюка. Вот это грязюка. Грязюка это. Ну, давайте посмотрим. Вот она, соляная куча. Грязь целебная. Интересно. Попробуем походить по целебной грязи. Вот она, соленое озеро. Тут еще есть вода. Вот это черная грязь. Вот это.
Вот это целебная чача. Не хочешь грязью намазаться? Это не чача, конечно, это... Что это чача? Это все следы ног, но дует адский ветер, так что я не знаю, что из этого получится. Кстати, давай. Ух ты! О! Ух ты! Да, боюсь, дальше мне не пройти. Тут уже почти по колено этой грязи. Ой. Либо обойти, либо я не знаю. Сразу исцелиться от всего. Тут все ли даже не подойти. Ты что, Юрка, смывай ее. Это уже в море. Ты машину все перепачкаешь в море. Далеко до моря. Красота. Песчаный пустынный пляж. Мирного моря. Вот пограничник, который ругается на все это дело. После общения с замечательными двумя дожарами нам предложили за 3000 рублей посетить эти места. Мы, естественно, послали все в жопу с такими раскладами. Стороны, в общем, никак. Мы решили попробовать прорваться по краешку озера. Все-таки хочется увидеть розовую воду. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут было очень грязно. Но вот здесь уже грязненько. Да. Грязненько и мокренько. Ага. Покидаем это озеро. Соленое мы покушали, нашли пемзу в количестве. Вот ее даже отсюда видно до сих пор. Такие кусочки, их тут много. Вот, прокатившись по краю озера, мы, конечно, не доехали до розовой воды, но хотя бы нашли уединенное место, где поели. В общем, здорово. Розовая где вода? Вода красная. В этом весь прикол. И там с какой стороны? Там, дальше. Где пограничники стоят? Ну да, либо там, где коса. Либо так проехать. Надо на другую часть, которую не проехать. Вот. Ну, мы сейчас попытаемся поговорить с военными. Может, они более вменяемые, но хотя не уверен. Ну, в общем, про вода действительно. Вода действительно красная. Так это смотрится. Какие-то военные суда тут все-таки есть. И, в общем, даже самолеты летают. Так что, в общем, действительно, похоже, в общем, полигоны имеют место быть. На удивление, военные ушли. То есть учения кончились, и военные реально ушли, как бы, и можно проехать. Нам повезло. Нам дико-дико повезло. Потому мы попробуем сейчас пробраться все-таки и увидеть розовую воду поближе. С другой стороны проедем. Где нет заповедника. Ну, что, поскольку военные пропали, и нам удалось пробраться, попробуем дойти. Все-таки глянуть розовую воду вот, поближе. Опа, песчаная соленая корка, которая проваливается. Красота. Вот мы добрались. Вот она, сама соль этого озера. Давай возьмем кусочек с собой. Ага.
будут сувениры. Ой, елки зеленые, смотри, какая сюрреалистическая картина. Обалдеть. Ну не зря, слушай, ехали. Вот это вот у меня точно. Вообще красота, да, Наташа? Безумная картина, да? Вода и как будто снег, лед, соль. А это что, гейзер был, который выпрыгнул и все расплескал. Смотри, какие крупные кристаллы соли. Обалдеть. Да, вот мы ходим по соляной корке прямо. А это вода. Вода и соль. Безумно красиво. О! О! Не, все. Это была трава, да. Смотришь, она здесь росла. Потом она немножко выросла в соль. Охренеть. Замечательно. Это песчаник, что ли? Или это такой кусок соли? Забавно, ничего себе булыжничек. Мыши явно тут живут в большом-большом количестве. На них, видать, вороны охотятся. Что там? Здесь оно еще краснее. Птичка в воздухе стоит на одном месте, стояла только что. Видел, да? Да. Красотища неописуемая. Словами не передать. Вот действительно видно, что оно розовое. Что вода розовая-розовая. Вот ее здесь очень хорошо видно сейчас. Красивая панорама. Такая вот. Вот видно, что за перешейком начинается Черное море. И вот безумно красивая озера скосились. Там вот проток. Удачится, не скажем так. Вот военные корабли, и мы едем к ним, вернее, собственно, к морю купаться. Сейчас найдем пляжок и там покупаемся. А с другой стороны, просто сделали объезд вокруг этой дороги, да и все. Шлагбаум. И народ ездит даже на фурах сюда отдыхать, на Черное море купаться. Ну правильно. Ну что, температура в проливе была 26 градусов. А это у нас Черное море. Самое, что ни на есть, чуть-чуть Черное море. Песочек. С песочным заходом, отличным, офигенным. Просто сказка. Обалденное место. Ну давай так встанем. Исполнительный песочный пляж. Чудесно, красивое.
Природа великолепная. Так, ну вот мы едем к вулканам. По дороге мы повстречали вот ласточек. Тут их должно быть много. Ласточки-береговушки изрыли весь, собственно, берег. Ну, в общем, двигаемся к вулканам дальше. Обедьки. Мягкие, пушистые. Ну что, пойдешь здороваться? Конечно, я бы пошла, но я вот корову боюсь. Это тем более, по-моему, это кто? Корова. Хорошо, что не бык. А я бы сходила бы. Ой, не мешай. Птицы бегают какие-то. Что за птицы? Черные такие. Вот они, первые вулканы. И мы к ним неминуемо приближаемся. Тут будет сразу три. Как я понимаю, мы можем их все осмотреть, даже не переезжая с места на место. По остановке лучше пройдя. Ну вот мы приехали. Судя по карте, это сопка Тищенко. Можно практически прямо на машинах подъезжать. Обалдеть. Это радует. Ух ты. Смотрите, там клокочет. Оно булькает. Да. О, это прям как лава, да? Такая вытекает. А это вот что-то свеженькое. Совсем свеженькое. Еще даже не высохло. О, какая грязюка. Обалдеть. Да, охренеть. Прям такие лавовые ручейки. В общем, вот такая она сопка Тищенко. Ух ты. Во. Вот он прямо-таки жерло вулкана. Периодически побулькивает, смотри-ка. Она может... Оно же не просто так, как ты думаешь. Смотри, как оно булькает. Сейчас оно по чуть-чуть, а оно как булькнуло. Угу. Ого. Ого. Представляешь, 6 километров. Вот это вот выходит 6-километровой глубины. Обалдеть. Теплая. Оно холодное. Тут можно даже палец сунуть, и оно реально холодное. Грязное. Сопка Тищенко интересная. Поехали смотреть дальше. Там, очевидно, находится следующая сопка. Двигаемся в том направлении. Вот это у нас просто грязевая сопка, типа без названия. Но смотрится весьма интересно. Отлично, другой. Аккуратно, Юра. Ох ты, нифига, оно булькает так. Отсюда слышно, как оно булькает. Ух ты. Здесь уже начинает проваливаться. Земля проваливается. Подо мной не видно. Нельзя ходить. Тут можно и нужно прогуляться в обход. Охренеть. А это еще за разлом. Фундамент там. Фундаменты домов какие-то старые. Может, тут, не знаю, греки жили. Или еще кто. Потом какой-нибудь бог показал. Вот, строил им грязевой душ. И всех смыло.
блин, оно прещется, оно грязное. Оно меня грязью поливает. Вот так вот. Обалдеть. Какой нахреновен. Понять. Вот еще ручеек вызеваю. Пошел, 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 пошел. Ручеек течет, течет, течет. О, смотрите, ничего себе, а. Тоже побулькивает его. Такое чудо. О, чё, кто-то сделал сердце из грязи. Вот, Наташа, я тебе дарю. Какая-то неподписанная сопка. Но жаха это она как надо. О, как бухает, блин. Адский котел. Природа. Еще какая-то неподписанная сопка. О, какая странная. Она не булькает. Это у нас сопка Вернанцева. Поехали смотреть. Так вздохнул нехорошо. Ой, 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 ой. Сука, вернанца какая. Большая. Красиво. Очень. Еще одна сопка не подписанная. Очень долго. О, как смотрится. Что-то такое подсопочное, слегка попёртывающее, недосопка. Ого, о, как оно. Так, слегка что-то есть. О, здесь тоже чуть-чуть. И здесь. Вот ведь. Нормально побулькивает.
пошло уже так. Там по центру такая дырдочка. А здесь уже высохло. Тоже какая-то недосопка, да? Попёрдывало, попёрдывало и сдохло. Вот так. В общем-то, тут всё, одна сплошная сопка, вся эта гора. Это у нас сопка Ольденбургского. Вот. Сопка Ольденбургского. Закат. Вот она. Еще одна сопка. Которые, если только на мотоциклах ездят. Вау. Красивая, слушай. Ух, блин, не зря шли. Тут все булькает. Тут она вообще большущая. Охренеть. Это, наверное, самая активная сопка, которая нам попалась. Больше всего бульку. Это вообще жерло такое, смотри. Розовое, блин, вообще. Что это такое? Грязь и такая вот зеленая чача. Слизь. Посадки НЛО какой-то. Круг такой очерченный, да? НЛО садилось это и бурило землю. Вот, пробурило на 6 километров, достало что надо и улетело. Теперь вот вулкан образовался. Слушай, мне надо этим идти. Какие-нибудь научные эти фантастические теории.
сокол здоровый. Да. Он ловит мышек здесь. О, какая прелесть на дороге. Смотри. Не вижу. Так видно. Быстрей, быстрей. Сейчас убежит. Ну вот, мама и ежик. Так забавно бегал по кругу там. Колютий. Колючий. Он на тебя шипит? Я. А я на него тоже шипела. Едем в сторону генеральских пляжей. Нам осталось 18 километров. Что на самом деле мало. Так что, в общем, скоро встанем на ночевку. Уже на берегу Азовского моря. Да, день, конечно, прошел потрясающе, полный впечатлений. Соленые озера. Абсолютно такие нереалистичные. С водой красного цвета. Вот, Черное море с его песочком, состоящим из ракушек мелких. Вот. Причем нежным таким, тонким-тонким волной. Температура 26 градусов. Грязевые вулканы. Огромное количество разных сопок. Ну а теперь, собственно, солдатские пляжи. Красота, да и только. Солдатские. Генеральские. Генеральские пляжи. Вот мы выехали на Азовское море. Цена Чократ. Вот, собственно говоря, соленое озеро, которое мы будем смотреть, наверное, уже завтра. Это и есть Чократ.